На входе в РОВД подростки под роспись сдают телефоны. Отдел милиции – это режимный объект, а значит, селфи под запретом. Встреча в актовом зале – это своего рода презентация. Перед старшеклассниками выступили оперативники, госавтоинспекторы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Лекция про спайсы и другие наркотические вещества, пропаганда законопослушного образа жизни, правильного поведения на дороге и то, что так актуально в осенний период – ношение фликеров. Задача дня открытых дверей – это показать будни милиционеров, посмотреть, чем и как живет отдел, а также наглядная агитация работы в органах внутренних дел. К нам приходят выпускники учащихся классов, наши сотрудники беседуют с ними, рассказывают о тех ситуациях, в которые им нежелательно попадать. Ну и вторая сторона, показывают свою работу на рабочих местах. Мы хотим, чтобы у учеников складывалось представление о милиции не по фильмам, где зачастую представляются не в благоприятном ракурсе, а именно на своих рабочих местах, чтобы они смогли убедиться, как работает милиция, вживую пообщаться с сотрудниками, посмотреть условия, которые на сегодняшний день предоставлены, посмотреть техническое оснащение. День открытых дверей для мозырских старшеклассников завершился подробной экскурсией в сердце отдела, дежурную часть РОВД, а также изолятор временного содержания, где временно находятся те, кто нарушил закон. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».